Вітаємо, друзі, в ефірі програма «Арт-простір». Та її ведучі – харизматичний Денис Бобков. І наша танцювальна ведуча Світлана Вовк. Так, друзі, сьогодні у нас з вами буде дуже цікавий арт-простір. Чому? Дізнайтесь, хто наш гість з візитівки. Андрій Біличенко – артист ляльковод Миколаївського академічного обласного театру «Ляльок». Працює у театрі з 1 квітня 2011 року. У 2017 році артист отримав високу нагороду Міжнародного фестивалю в Молдові за участь у виставі «Красна шапочка» в стілі джаз – краща чоловіча роль фестивалю. А сама ж вистава отримала найвищу нагороду – гран-прі. У 2019 році з виставою «Бременські музиканти» театр брав участь у всеукраїнському конкурсі огляді прем'єри сезону 2017-2018. Вистава, в якій Андрій грає ролі короля та осла, отримала диплом «Краща вистава для молодшого шкільного віку». Девіз по життю – цитата Карлсона. Спокойствие. Только спокойствие. Андрій, вітаємо вас у нашій студії. Як настрій, як справи? Замечательно, настроение. Мы бачимо, вы сегодня не один, так? Да, мы сегодня не... я сегодня пришел не один, это Волк из спектакля «Красная шапочка». Здравствуйте. Замечательное настроение, весна, праздник. Всех с праздником поздравляю. День кукольника у нас. Вот. В березні, так, 21 березня відзначається День актора театру «Ляльок», так? Власне, професійне свято, з чим ми вас і вітаємо, і бажаємо вам тільки найкращих глядачів. Дякую. Перед записом програми ви зазначили, що словосполучення «ляльковий театр», воно неправильне, так? Його ошибочно применяють к театру кукол. Театр кукол, так и называется театр кукол, а кукольный театр – это игрушка детская, такая, где дети играют куколками и играют в театр. Совсем разные вещи. Совершенно разные вещи. Ну, вот так вот почему-то люди называют кукольный театр, а вообще правильно театр кукол. В Ізотівці ми про це зазначали, але все одно розкажіть трошки детальніше про свою професію, про її, можливо, якісь такі характерні риси, можливо, переваги чи недоліки. І чому взагалі вирішили обрати саме таку професію? Це вийшло совершенно случайно. Я прийшов в театр кукол машиністом, проработав там рік і вирішив спробувати себе в актерстві. Затем закончил Луганскую академию театра, Луганскую академию культуры и искусств по специальности кукловод. Вот. И как-то так получилось, что остался работать и вот так вот. Но я увлекался еще с детства, мне нравилась сцена, это был и КВН, и музыка, и... Ну, всевозможные там, такие вещи, да. Закончил педагогический университет Сухомлинского. Вот. Ну, а второе образование уже это Луганская академия культуры и искусств. Про театр «Ляльок». Наскільки він відрізняється від, скажімо так, більш звичного для глядача театру? Театр кукол. Ну, лично для меня это мое мнение, что артист театра кукол – это универсальный артист. Это артист, который может все, и помимо этого еще и куклы управлять. Вот. Передавать кукле свои эмоции, свои эмоции какие-то, свои настроения, переживания, оживлять куклу. И вообще, если обратиться к истории, то первое упоминание о театральном искусстве было связано именно с театром кукол. Непосредственно с маской, а маска это, ну, то есть она относится к театру кукол, это направление. Вот. Так что я считаю, это самый древнейший вид театрального искусства. И такое мнение бытует, что театр кукол – это для детей, и все так просто. Насправді, дійсно, є таке. А ви згодні з цією думкою? Ну, конечно же, конечно же нет, конечно же нет. Есть замечательные, прекрасные спектакли для взрослых,
И на базе нашего театра такие спектакли, как «Ханума», «Декамерон». Це виключно для дорослої аудиторії? Конечно, так? Конечно. Ханума, ну, судячи з «Декамерону» Бокаччо. Да, да, да. «Свадьба Фігаро». В Японії є «Бунраку», це японський театр ляльок. Наскільки мені відомо, він відрізняється тим, що там вистави лише для такої більш дорослої аудиторії, яка вже тямить, скажімо так, що відбувається на сцені. А в українському театрі є щось таке подібне? Ви маєте в виду якісь спектаклі такі, які виключно для дорослої аудиторії? Так, так, так. Или 18+, ви маєте в виду, що я не можу зрозуміти? Для дорослої аудиторії. Так, ну, можливо, там зачіпаються якісь життєві питання, які для молодшої аудиторії будуть незрозумілі в їх віці. Ну, все залежить від матеріалу, над яким працює режисер і трупа. Тобто, якщо береться серйозний матеріал, якийсь, п'єса, то, звісно, спектакль буде орієнтований на дорослу публіку. А если, ну, детский спектакль, то, естественно, детская пьеса, сказка какая-нибудь. Давайте тоді конкретніше. Угу. А чи доводилося вам бути ляльководом тільки для дітей у виставах, чи і для дорослих? Конечно, доводилося і для дітей, і для дорослих. Получается, як вам объяснить? Вообще дети... Бажано словами. Да-да-да. Вообще дети – это самый честный и самый... Відвертий, так можна сказати? Да-да-да. Вони те, що думають, одразу кажуть, їм не потрібно це обдумувати дуже довго, як це робить вже доросла людина. Да, самый честный зритель. Если ребенку будет неинтересно смотреть спектакль, если он будет не понимать, что происходит на сцене, он сразу же захочет в туалет пойти или або поговорить с соседом. Передувати почему. Да, да. То есть это прям вот такой вот зритель, который, ну, не обманывает тебя. Есть взрослый зритель, когда, например, спектакль даже не нравится, но некоторые смотрят, воспитанные просто люди, да, ну, не уходят. Я же обещала подивитись, значит, да, я додивлюсь. Некрасиво, давайте хотя бы до антракта досидим. Такого плана. А дети нет. Им как бы такой вот возраст, они еще чистые и не обманывают, так как взрослые. До речі, діти часто, ну от я маю на увазі наймолодших, маленьких саме діточок, да, так. Да. Чи вони одразу розуміють, що за цією лялькою стоїть людина та її, ну, такий кропіткий труд, така її праця? Ну, мені кажется, що вони розуміють це одразу. Может, совсем маленькие, не сразу. Но они принимают правила игры вот этой мгновенно. Мы же все были детьми, и все прекрасно помнят, как в детстве, будучи ребенком, мы могли какой-то одной палочкой и каким-то камушком одним играться часами. Просто толкать. И не потребны эти гаджеты. Никакие гаджеты, ничего. Просто нужна именно вот эта палочка и вот этот камушек. Да, да, да. То есть еще не засоренные ничем абсолютно. Поэтому они, может быть, и понимают, что это все делает актер, но настолько принимают правила игры и начинают участвовать в этом всем, помогать актеру, что, ну, это непередаваемое впечатление, конечно, для детей работать. А каким чином вони допомагають актеру? Ну, участвуют интерактивно, участвуют в спектакле, подсказывают, ну, болеют, сопереживают и так далее. А, Андрій, скоріш за все, у вас таке ось своєрідне відношення до ляльок, з якими ви працюєте. Розкажіть про це трошки детальніше. Ви маєте в виду, які мені кукли більше подобаються? Или... Ну, типу такого, так, але маю на увазі те, що як ви ставитесь до них? Це для вас, скажімо так, можливо, більше, навіть партнер? Ніж. Ага, я зрозумів, да, вопрос. То есть, ну, кукла, так, если по сути разобраться, да, то это инструмент, с помощью которого актер работает на сцене. Также еще инструмент – это его голос, его руки, да. И чем больше у куклы возможностей, тем она сложнее. С одной стороны, но и легче с другой. Это очень сложный вопрос. То есть, например, бывают куклы. Вот, например, на примере вот нашего волка замечательного. Это куколка
планшетная со сложной механизацией внутри. То есть одна рука внутри вот, управляет куклой, управляет ртом, управляет поворотами головы, управляет ножками. Это все делает одна рука. Да? А вторая ручка у нас просто на руках, вот сзади. То есть вот эта кукла очень выразительная, и он может очень много. И он может смотреть, говорить в любую сторону, ходить, танцевать. Тем самым он как бы считается сложной в управлении куклой, но легкой куклой, если нужно передать, выполнить какую-то задачу режиссера. А бывают куклы... простенькие, да, у которых ну, из механики только ручки и все. И больше ни ротик не открывается, ничего. Вот, но передать тоже нужно какую-то определенную эмоцию, как-то с этим справиться. Это вот, же складнейшее для артиста, я думаю. Совершенно верно. Да. Легко и сложно одновременно. То есть вопрос такой сложный. А отношусь я их всех люблю. Это у меня нет таких, я не могу выделить любимцев. Але сьогодні ви взяли до студії саме Вовка. Да. Я взял Волка. Мы вчера вместе с ним ездили в детский садик, деткам показывали спектакль. Вот. И вот я его взял с собой теперь. Відпрацював, тепер можна іншій публіці показати. На более широкую аудиторию поработать, да. А з якої сцени цей Вовк? Яка його роль? З «Червоної шапочки», наскільки я розумію? «Красная шапочка». Спектакль називається «Красная шапочка в стилі джаз». Спектакль в позапрошлом году получил на международном фестивале дипломы. Два диплома за лучший спектакль и лучшая мужская роль. Це ваша? Так. Это спектакль на двух человек. Два актера работают в спектакле. А персонажи там «Красная шапочка», «Волк», «Бабушка», «Зайцы», «Заяц». Ну, в общем, много. Расскажите про вашего напарника, так, кто відіграє інші роли? Марина Даманская, и на дубле у нее Анна Олейник, две актрисы. А у меня есть дубль тоже Валерий Иванович Байло. Яка, маю на увазі, що складно робити на сцені саме? Можливо, якісь елементи, не знаю, як це описати, якісь складнощі на сцені взагалі виникають? Ну, конечно, есть на сцене какие-то сложности, технические какие-то моменты. Все-таки мы имеем дело с механизмом, а механизм – это такая вещь, которая может и подвести там всевозможные тяги, приводы внутри куклы. И случались разные ситуации, когда могла отвалиться ручка. Но я думаю, для этого перед початком выставы необходимо постоянно проверять ось ці ляльки. Те, что вы, я думаю, и робите. Совершенно верно, но все равно это механизм, так как и самолеты тоже проверяют перед вылетом, но, к сожалению, не всегда все хорошо, да, случается. Так как с куклой может быть, может ручка отвалиться, ножка там или еще что-то такое, заклинить привод у рта или, например, если кукла может глазками моргать, один глаз может остановиться. И актер должен как-то выходить из этой ситуации. Але ж, по суті, ви в цей час знаходитесь за якоюсь там певною ширмою, ви не можете побачити, наприклад, те, що те око, воно одне підморгнуло, там, а інше – ні. Ні, чому? Ви маєте в виду верхові кукли, да? Коли стоїть ширма, так. І кукла працює зверху над ширмою. Чому? Ні. Актер, работая с верховой куклой, обязан, ну, классический прием, он обязан всегда видеть лицо куклы. То есть, работая с верховой куклой, актер, получается, спиной к зрителю находится, смотрит на куклу, как бы работает для себя. И поэтому он всегда контролирует и видит, что сейчас делает кукла, куда она смотрит, ну и так далее. Ось це таємниці театру ляльок. Да-да-да. Ну, понятно, не всегда получается так работать, потому что ты работаешь с партнерами на сцене, и какие-то мизансцены требуют определенного положения твоего тела. Но стараемся, конечно, работать так, чтобы видеть всегда куклу и контролировать направление и, ну, все остальное. С ляльками наче разобрался. Можливо, у вас есть улюблена роль?
Розкажіть, будь ласка, взагалі, які у вас є ще ролі? Взрослые спектакли интересуют или все? Розказуйте все. Давайте, ну, топ-5, скажімо. Нет, такое же отношение к королям, как и к куклам. Нет любимых. Все чем-то хороши. Все вызывают какие-то воспоминания, какие-то эмоции, воспоминания о постановочном процессе. Ну, от цього року, які вже ролі вам довелося зіграти? Ой, новые вы имеете в виду? Так. Новые. Значит, у нас, я просто не знаю, насколько можно мне анонсировать новые спектакли. Запахло эксклюзивчиком. Так, что же у нас там? Значит, у нас намечается новый спектакль к выходу. Ну, мы сейчас приступили только над его работой. Это «Пан Коцкий». Вот. Затем, что же у нас еще там? Можемо погортати, подивитись, тут немає анонсів? Нет, это у нас, это план на березень, так. А, ну да, «Алиса в стране чудес», новый спектакль, там получается... Кем вы там будете? Я там уже есть, он у нас был на Новый год, я там шляпник, один из кроликов. А чому я думала, что вы будете котом? Ну, так получилось, что нет, не кот. А хотілося б? Ну, до речі, є така роль, яку ви ще не грали, але вам от прямо душа хоче зіграти цю роль. Можливо, ви задумувалися і навіть або соромилися пропонувати, щоб саме цю роль дали вам. Ви знаєте, я цього не роблю, тому що можна хотіти зіграти якусь роль і за всю життя її так і не зіграти. И получить серьезное разочарование в этом плане. Я стараюсь каждую роль, которая приходит ко мне сама, сделать для себя желанной. Как вам объяснить? То есть... Вы закохуетесь в эту роль? Втилюетесь, так? Нахожу в этой роли интересное, хорошее, что-то позитивное, да, и то, чем я смогу удивить зрителя, пропуская через себя эту роль в будущем, когда спектакль выйдет. Але ж ролі не завжди бувають позитивними. Ну, звісно, не завжди. Є негативні персонажі, так? Так, звісно, не завжди. Ну, все одно, в будь-якій ролі можна знайти щось цікаве. І це цікаве показати зрителю, влюбитися в роль, так. І вона стане любимою і желаною, і як будто би ти чекав її всю життя. Так я правильно підібрала це слово. Так. Андрій, а що вам в вашій професії подобається найбільше? Работа со зрителем, благодарным, с детьми. Я уже вот говорил, что дети – это замечательный зритель, самый честный зритель. И когда смотришь на эти благодарные глаза, там, к примеру, когда мы в садике работаем, грубо говоря, 100 деток сидит, и 100 деток радуются искренне. И такую энергию отдают, что хочется работать, работать, и даже когда ты устал, даже когда все уже... Все, тогда гонорары не потребны, не нужны. Даже когда вот сейчас вы слышите голос севший, все равно откуда-то берутся силы и хочется работать, несмотря ни на что. А какие відгуки вы чули? У нас в театре, ну и как во всех театрах, есть книга отзывов. Можно почитать. Ну, какие отзывы бывают? Позитивные, негативные. Я ж не могу понять. Негативные? Бывают и негативные, конечно, отзывы. Но это очень редко, но бывает. Ну, не всем же может нравиться, там, я не знаю, спектакль. Ну, воно ж часто ще залежить від персонажа, якого грають. Правильно? Так, можливо, наверное. Просто не всі розрізняють актора і персонажа. Нет, может быть, не всем, например, понравится какое-то режиссерское видение материала классического, да, вот, например, «Алиса в стране чудес», ну, вы же знаете эту сказку, да, замечательная сказка, вот, и вот у режиссера, может быть, ну, свой взгляд на этот материал, и он через какие-то
ну, возможности там сценические, сценографические, передает свое видение зрителю. И зритель либо принимает его, либо нет. Ну, такое. А, Андрій, з вашого досвіду, чи кожен жанр, я маю на увазі, і літератури також, можна підігнати під театр ляльок? Чи все я ж думаю, таки... да. Я думаю, да. Я думаю, що у театру кукол намного більше можливостей і способностей, ніж у любого другого театру. Чому? Тому що кукла може взлетіти. Человек же не может взлететь. Може. Кукла может... Зараз є дуже багато можливостей насправді. Да, но насколько это все будет притянуто... И як це буде виглядати? И как это будет выглядеть, и сколько нужно... Я бачила достатньо різні вистави, і це, ну, виглядало гідно. Да, да, но при, как сказать, минимальных затраченных, так скажем, средствах, ну, даже и денежных, куклу можно, кукла может взлететь... просто, ну, взять и взлететь. А чтобы человека поднять в воздух, нужна специальная там система, там, крепежи, страховки, и все это должно смотреться органично, а не просто человек, которого поднимают за что-то там, за эту самую, за петличку, да. Кукла может колдовать, может, да все что угодно может кукла делать. Человек... менее, мені кажеться, гибкий в этом плані. Ну, от ми зараз з вами, по суті, порівнюємо театр там, де на сцені у нас артисти, актори, так, так, і театр ляльок. А як ви думаєте, взагалі, можливо, краще не порівнювати? Звісно, не можна порівнювати, тому що артисти на сцені в обох случаях. И в театре кукол. За лялькою теж стоїть людина. И в драматическом театре, или там опера и балет. Везде это делают люди. Просто разные способы выражения, разные приемы, разные виды театрального искусства. Абсолютно самостоятельные и самодостаточные. Нельзя их сравнивать и говорить о том, что какой-то лучше или хуже. А чи був у вас досвід, власне, на великій сцені? Не як, не як, а, ну, ляльковода. Как просто, просто як актор. Коли ви є актором на сцені? Драматичного театру? Так. Ні. А хотілося б? Ну, драматичні ролі ми граємо і у себе в театрі кукол. Ну, хотілося б, ну, можливо, да, хотілося б попробувати. А якщо так, то яку роль ви хотіли зіграти? Чего еще не думала на центре? Да нет, почему? Такое же отношение. Мы уже, да, да, да. Мы уже говорили по поводу ролей. Опять же, любое предложение было бы интересно. Я бы просто попробовал эту роль сделать для себя самой желанной, любимой ролью и попробовать. Андрій, наостанок, мабуть, чи могли б ви зіграти якусь мініатюру таку, чи зі сцени якоїсь? З Вовком, для того, щоб показати, як це все працює. Щоб ми і побачили, і почули. Добре. Зараз. Дорогі зрителі, поздравляю всіх з праздником, поздравляю всіх з Міжнародним днем кукольника. У нас в Николаевском академическом театре кукол к этому празднику приготовлены замечательные подарки. Такие как спектакль Херсонского академического театра кукол «Дюймовочка» 23 и 24 марта. Ну а ко дню театра у нас с 27 по, 30 марта замечательный спектакль «Ханума». О, ну и еще международная творческая встреча «Театры мира детям». 30 марта из Польши со спектаклем «Рыцарь без коня». И 31-го «Царевна лягушка» Кишинев, Молдова. Ждем всех! С праздником вас! Ось такий ось, друзі, і спектакль невеличкий, і анонс для нас сьогодні зробив Андрій і разом зі своїм Вовком. До речі, в нього є ім'я? Ні, просто Волк. Просто Волк. Да. З великої літери. Його так і в спектаклі спрашують, ви Волк? Он говорить, да, я Волк. Так сором'язливо, але гідно.
Андрій, дякуємо, що завітали до нас разом з Вовком. Так? Бажаємо вам натхнення, у вас чудово виходить. Сподіваюся, що надалі у вас буде і розвиток, і будуть і вдячні, і глядачі, і все буде добре і у вас, і у ваших ляльок. А я бажаю вам втілити в мрію всі свої бажання. І хочу, щоб ми вас побачили ще й на великій сцені, щоб ви не були десь за лялькою, а, власне, були перед глядачем ось такі, який ви є. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Ну що ж, друзі, ми будемо завершувати нашу програму «Арт-простір». З вами була Світлана Вовк та Денис Бубков. І ми ще обов'язково з вами і почуємось, і побачимось.